Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета открылся в Хабаровске. В течение недели известные российские исполнители будут давать концерты по всему Хабаровскому краю, а также проведут мастер-классы для юных музыкантов. Чем в этом году будут удивлять зрителей, узнавали наши корреспонденты. Музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета в Хабаровском крае традиционный, проходит уже в 12-й раз. Для хабаровчан это праздник классической музыки, который всегда с нетерпением ждут. Мы стараемся каждый год ходить, потому что это хорошая традиция. И потом хочется услышать хорошую музыку в хорошем исполнении, со знаком качества. То есть мы так уже привыкли жить. Башмет – работяга. Вот, говорю, столько оркестров молодежных сделал. Программ сколько, и гастролируют везде, север, юг и хоть где. Программа фестиваля Юрия Башмета никогда не повторяется. Неизменным остается только участие в этом событии камерного ансамбля «Солисты Москвы», руководит которым маэстро. На открытии фестиваля в Краевом музыкальном театре коллектив исполнил увертюру из сюиты номер 1 Баха. Большинство произведений, прозвучавших в этот вечер, были связаны с Италией. В симфонии для тромбона и струнных «Пергалези» солировал Василий Прокопенко, участник Всероссийского юношеского оркестра, родом из Комсомольска-на-Амуре. Очень хороший тромбонист. Это главное, это и есть принцип. Ну и прекрасное совпадение с тем, что он из Комсомольска-на-Амуре. И, по-моему, это имеет большой смысл. Мы сегодня едем ночным поездом в Комсомольск-на-Амуре, и он будет в своем родном городе солировать. Фестивальную программу первыми увидели жители краевой столицы. Неделю лучшие российские музыканты будут гастролировать по всему региону. Самая главная миссия фестиваля и маэстро в том, что в каждый уголок нашего региона приезжают лучшие музыканты нашей страны. Это и Хабаровск, и Комсомольск, и Амурск, и Вяземский. И ширится география фестиваля. Кроме концертов, в рамках фестиваля проходят мастер-классы для юных музыкантов. Такие встречи дают возможность не только поделиться опытом, но и отыскать молодые таланты. Много тех ребят, которые здесь были найдены в возрасте 12, 13, 14 лет, сейчас вполне профессионально себя реализовывают во взрослых оркестрах. И в самом Хабаровске, и во Владивостоке, и в Новосибирске, и в Питере. Уже работает во взрослых коллективах. Музыкальный фестиваль Юрия Башмета продлится в Хабаровском крае до 13 апреля. За всю его историю в регионе прошло более 80 концертов. Анастасия Привецкая, Ульяна Крамаренко, Тимур Новоселов, телеканал «Губерния».